Киргизстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», проходившего с 3 по 9 декабря. За это время было выявлено 1131 административное правонарушение. Два автобуса с людьми везли шофера в нетрезвом состоянии, подвергая опасности пассажиров. 18 занимались нелегальными перевозками, зарабатывая деньги в собственный карман. 341 нарушитель во время езды отвлекался на разговоры по мобильному телефону. 85 гнали автобусы на повышенной скорости. Проблемами южного региона по-прежнему остаются игнорирование обязательного техосмотра транспорта, а также без медицинского предрейсового осмотра водителей. Установлено 47 случаев вождения без страхования гражданского правовой ответственности. Одно лицо автопарков привлечено к административной ответственности. На штрафстоянку за нарушение правил дорожного движения полицейские водворили 13 автотранспортных средств.